на лошади по кличке Изумитель. Это лошадь русской верховой породы. Ему уже 12 лет, достаточно опытный конь. Очень изящный, вы видите, какой он весь такой тоненький, легенький. У него вот прекрасная прибавленная рысь. Ему так легко дается, видимо, лететь по воздуху. Он такой легкий, изящный, что у него это хорошо получается. Конечно же, судьи ставят за это высокие оценки. Вот сейчас выполняется принимание на рыси. И мы видим, как вот Изумитель хорошо выделяется на белом песочке выступалищного вот этого манежа боевого. Очень красиво сделали организаторы такую красивую-красивую площадку, практически белую, белый песок. Очень выгодно, скажем так, подчеркивает изящество лошадей. Все выглядит очень празднично и нарядно. Иногда даже лошади, выходя с разминки, на разминке был у нас обычный лежал песок, обычный, темный, выходя на боевое поле, удивленно смотрели под ноги, что же такое, прям белое-белое, чистое такое. И немножко даже удивлялись первое время, первые мгновения, но потом уже подчинялись воздействиям всадника и выполняли все элементы в строгой, скажем так, последовательности. Но согласитесь со мной, что выглядит все замечательно, красиво, празднично и нарядно. Эти соревнования своего рода репетиция к предстоящему в следующем году чемпионату Европы по выездке. В Москве, в Лужниках будут проводиться эти соревнования. И я думаю, что все будет выглядеть очень красиво и достойно. Вот опять прибавленная рысь и переходы в пассаж. И все всадники, которые выступали вот на Кубке Президента, на этих соревнованиях, отметили, насколько, на каком высоком уровне все было организовано и для всадников, и для лошадей, и для судей. Все было, конечно, замечательно и очень красиво. Вот всю рысевую часть Татьяна выполнила хорошо, были хорошие переходы, везде был четкий ритм, лошадь легко, непринужденно двигается, это сразу видно даже не специалистам. Иногда бывает, лошадь движется, все выполняет, но практически не отрывается от земли, и такое впечатление создается тяжелое, вот как будто тяжелая лошадь, не хочется ей двигаться, бежать вперед, всадник постоянно пытается ее подтолкнуть там ногой, шпорой. А иногда бывает, что лошадь прям, ну, летит сама. И, конечно, это импонирует и зрителям, и судьям, безусловно. Но надо смотреть, что будет дальше. Все самые сложнейшие элементы, пиафе, пируэты, минкино, все еще впереди у Татьяны. Вот пиафе. Вот смотрите, как неуверенно лошадь поднимает свои, особенно вот задние ноги. Но ничего, это самый сложный элемент. Конечно, здесь оценка будет не очень высокая. Но таких уж грубых, скажем так, нарушений, неподчинения, когда лошадь останавливается или там на свечку лансадит, что-то такое может произойти, не было. Вот здесь получше уже лошадь. Не очень равномерно она отрывает задние ноги от земли. То одну выше поднимет, то другую. Но в целом неплохое выполнение. Пассаж, хороший пассаж, легкий. Пока все идет неплохо. Продолжение программы на галопе. Хороший ритм на галопе, хороший галоп у Изумителя. Иногда бывает, лошадь имеет невыразительный галоп, и все элементы смотрятся скромно. Та же менка ног или же пируэты на галопе, принимание. Она может все прекрасно технично выполнять, но просто нету красоты, нету такого впечатления полета.
А есть лошади, которые обладают аллюрами просторными, летящими, то все элементы, конечно, в них смотрятся намного лучше. Но это уже именно выбор всадника. Как всадник вот подбирает под свой вкус лошадь. Либо вот была ошибочка, 2 темпа. Но ничего, надо сейчас всадница собраться и попробовать выполнить безошибочно менку ног в 1 темп, так как именно менка ног в 1 темп оценивается с двойным коэффициентом. Скажем так, узная по себе, если у меня лошадь ошиблась на менке ног в 2 темпа, я собираюсь и стараюсь во что бы то ни стало не допустить ошибки ног в 1 темп. Вот как раз была тоже ошибочка. Маленькая, но была, досадно. Если судья видит, что ошиблась лошадь и на менке ног в 2 темпа, и на следующей менке ног в 1 темп, то уже получается какая-то тенденция такая, уже, значит, взаимосвязь может быть. Что-то неправильно именно в равновесии у лошади на этом элементе. И может как бы оштрафовать еще сильнее. Но сейчас будет пируэт на галопе, и будет еще одна менка ног в 1 темп. Вот здесь можно всаднице реабилитироваться. Хороший пируэт, очень хороший, маленький круг. Лошадь описала задними ногами, не потеряла ритма. И 4-9 раз надо сменить. Ну, здесь все было безошибочно. И тут уже могут судьи поставить высокие оценки. И проследим второй пируэт. Вот небольшая была потеря ритма, чуть ли не в рысь лошадь перешла. Но всадница, опытная всадница, вовремя ее подхватила. Это шенкелем, как мы говорим, ногой, шпоркой. Дала сигнал лошади, что надо двигаться, продолжать двигаться галопом, двигаться вперед. И лошадь быстро поправилась. И только вот специалистам опытным была видна небольшая заминочка. Хороший пассаж, очень хороший. Четко лошадь фиксирует ноги, вы видите, должна быть такая фаза подвисания присутствовать при пассаже. Переход в пассаж, пиафе на месте. Неплохо, неплохо. Один из сложнейших элементов. Неплохой переход был. И сейчас будет финальная остановка, которая также оценивается отдельной оценкой. Вот, Татьяна довольна, вы видели, заметили, наверное, она посмотрела в сторону, в правый угол. Могу вам сообщить, что там висит табло, которое показывает оценки, которые судьи выставляют всаднику. И она сразу может увидеть, какие же там были оценки. Ну и оценки, я думаю, были достаточно высокими, так как ее результат 65,84%. На данный момент это лучший результат. Мы знаем, что остается только еще один всадник. Значит, Татьяна автоматически уже занимает место в тройке. Это хороший результат.